Здесь кто-нибудь есть из мира духов? В Ленинградской области на болоте, прямо вот здесь я разместил свою палатку. Здесь неподалеку находится деревня. На этом болоте утонула сама ведьма. Когда-то это раньше был пруд. Здесь находится колодец, я сейчас вам его покажу. По легенде, в этот колодец нырнула ведьма и больше оттуда не вынырнула. Для чего это она сделала, никто не знает. Местные жители, которые живут в этой деревне, говорят, что уже на протяжении 70 лет после того случая этот пруд превратился в болото. Здесь нету уже никакой живности, здесь нету рыбы, здесь не водятся лягушки. Ну, в общем, нету ничего живого. Поэтому, друзья, я сегодня останусь здесь на ночь, расставлю камеры, поставлю ночную камеру возле этого колодца и попытаюсь выяснить, на самом деле здесь обитает призрак этой ведьмы, как по рассказам очевидцам, то, что они видели ее здесь, возле этого колодца, видели призрак этой ведьмы. Я не знаю, правда это или нет. Сегодня я попытаюсь это выяснить, друзья. Расставлю камеры, останусь здесь на ночь. Поставлю, установлю камеру. Установлю ночную камеру, это уже возле самого колодца. Буду находиться здесь и наблюдать за происходящим с помощью ноутбука и камеры. Шумы уже какие-то слышны. Вот только установил сейчас основную камеру. Но так как сейчас холодно, на морозе они быстро разряжаются. Так. Так, включаем свет. А, так это мои следы, я туда подходил. Вот сам колодец находится. Так, свет я включил. Сейчас я пойду устанавливать уже камеру с ночным режимом, потому что уже темнеет. У меня просто в этой камере выставлено большое ISO, поэтому кажется, что еще светло, но на улице уже темно. И слышны, не знаю, это вроде как лай лисы, что-то наподобие. Друзья, такое ощущение, будто бы вокруг меня кто-то бегал. Это вот все мои следы. Те следы идут к костру. Больше следов я не вижу. Так, здесь.
здесь все снимать. Это мои следы, когда я сюда подходил. Сейчас я возьму фонарь, проверю. Так. Вот здесь такое ощущение, будто бы сейчас сломался лед. Это жесть. По-любому те камеры засняли. О, друзья, это полная жесть. Сейчас вот-вот эта камера сядет. Кто-то где-то в твоей стороне. Вот этот крик сейчас был в той стороне, а сейчас я туда схожу. Сейчас возьму фонарь. Нет, возьму. Так, крик был в той стороне. Сейчас подойду к колодцу, посмотрю. Следов нету. Это бы что? О.
Офигеть! Это просто жесть. Зацепился. Друзья, мне починили ЭГФ, но теперь он будет с микрофоном. Это от старого ЭГФ микрофон. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Я тут. Кто ты? Ответь, кто ты? Такое ощущение, будто бы кто-то там стоит в кустах. Ответь мне, кто ты? Иди ко мне. Друзья, подо мной сейчас реально треснул лед. Мне нафиг отсюда надо уходить. Все, друзья, я ушел оттуда. Лед подо мной трескался. Сейчас бегу быстрее до машины. Потому что, я не знаю,
То ли мне уже просто мерещится, будто за мной сзади кто-то бежит. Поэтому все, друзья, всем пока.